Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Ютрейд ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем эфир передачи «Инвестиционные идеи за 28 апреля 2021 года». Среда, ну, тренды есть, есть о чем поторговать, так что внимательно смотрим и зарабатываем. Смотрим сначала технический анализ, затем фундаментальный и приходим к мнению, как же нам жить и работать. Причем у каждого из вас это мнение будет своим. Для этого мы и собираемся на Ютрейд ТВ, чтобы услышать разные точки зрения разных спикеров и сделать свои собственные выводы. Напомню, что никакие идеи, звучащие на Ютрейд ТВ, ни в какой форме торговыми рекомендациями, инвестиционными, индивидуальными инвестиционными рекомендациями, как сказано в законе, не являются. Ну что, друзья, давайте посмотрим на евро-доллар. Стоит он все три дня на отметке сопротивления 1.2097. Закрепиться выше 1.21 не получается. Конечно, здесь основной прорыв, удар был такой ударный в пятницу. Мощно, на мой взгляд, не очень ожиданно, но мощно так показали. Но вот сейчас пытается снизиться. Каждый день вниз откат. Вчера вообще в плюс загнали евро-доллар. Сегодня опять вниз откат. Но обратите внимание, лои обновляются. В какой-то момент отката может и не случиться, честно вам скажу. Поэтому третий день, говорю, целью 1.2014. От текущих это почти 40 пипсов. Поэтому, на мой взгляд, поработать в этом направлении и сегодня надо, поскольку новости умеренно, скажем так, в пользу обострения мировой ситуации. Хотя все так достаточно вяло и квело, но самое главное, что учения, которые должны начаться в мае на территории Европы, крупнейшие за 25 лет, не отменены. То есть американские самолеты с живой силой и техникой приземляются в Европе. И эти 37 тысяч человек из 16 стран натовцев будут бегать вдоль российских границ. Я каждый день слежу, может отменят. Если, кстати, кто-то вдруг услышал какое-то сообщение, а может быть даже слух, знаете, какую-нибудь там версию о том, что отменят эти учения, обязательно сообщайте. После этого доллар резко ослабеет, ну, если это такая новость будет. Вот, мы заработаем на росте евро прямо, ну, реально хорошие деньги. И 200, и 300 пипсов можем поднять по 4 знаку. Ну нет, этой новости нет. Поэтому чем ближе май, а май уже через 2 дня, напоминаю, в субботу, 1 мая уже, вот, тем вероятнее, что по Европе люди с оружием будут бегать. А когда бегают люди с оружием, то всякие неприятности и глупости могут приключиться. У кого-нибудь автомат упадет, он сам стрельнет, та сторона подумает, что в нее стрельнули, и понеслась. И, ну, еще какая-то глупость может быть. Вообще, всегда, когда с двух сторон собирается огромное количество людей, а 37 тысяч человек, я извиняюсь, это так-то несколько армий, вот, когда такое собирается в буквальном смысле фронт, вот, то, конечно, это серьезное дело, серьезная опасность, опасность для всего мира, я хочу сказать, не дай бог что. Поэтому еврик вниз. Чем ближе май, тем больше еврик вниз. Вот так, на мой взгляд, это, так сказать, единственное, что, еще раз повторю, если мы не услышим новостей об отмене мероприятия. Новостей нет, ждем 40 пипсов вниз. Ну, я призываю всех соблюдать, так сказать, нормы приличия и ставить 30 пипсов в продажу евро с текущих цель take profit 1.2032. Фунт. Он подальше от Европы, подальше, естественно, от российско-украинской границы, вообще из Евросоюза вышел, но тоже может испытать некоторый, так сказать, дискомфорт, скажем так. И посмотрите сегодня, 2 дня он вообще рос. Если еврика держали, а фунт рос, но сегодня он пробил ниже открытия недели. Вот, пожалуйста, вам. Тоже не очень предсказуемо, скажу откровенно, но тренд есть. Поскольку мы уже ниже открытия недели, явно, что тренд уже идет вниз. Но из текущих можно ли продавать до уровня 1.3836?
Да, вполне, там 28 пипсов, ну, там, скажем так, прокол может быть, естественно, тоже тридцаточку поставить и попытаться ее заработать, да, но это менее для меня второй выбор после еврика. Доллар, японская иена тоже стреляет, друзья. Он очень последовательно. И мы вчера с вами говорили, мы ставили ценник, кстати говоря, мы ставили ценник на 61, ставил робот «Самовар» Павла Дагаева. Я ставил на 74 по уровню, по горизонтальному. Оба они были вчера же и реализованы, обе задачи. Причем, друзья, я хочу отметить, вчера произошло вечером экстраординарное событие, которое потрясло все финансовые рынки, вышла эта новость, и все были в шоке, друзья. Павел Дагаев, значит, робот-самовар купил доллар-иену утром вчера, мы купили многие вместе с ним, поставил take profit, значит, на 108,61. И за 30% до take профита Павел Дагаев руками закрыл эту сделку. Понятно, в прибыли. Но он посчитал, что он соображает в финансовых рынках лучше, чем робот-самовар. Я был в шоке, я был возмущен, друзья. Павел, призываем вас, верьте самовару. Самовар прав. Он уже, вот у него три сделки было за месяц. И ни разу не ошибся. Причем все три раза я выражал как бы сомнения, рассуждения. Ну, работает система, что? Вот. Павел Дагаев пишет, я ошибся. Ну, понятно. Вот, Павел Дагаев пишет, он по швейцарцу лося словил уже сегодня, да? А вот видите, ну, это тоже хорошо, безошибочных систем не бывает, друзья. Тут соотношение. Вот на три положительных сделки, один лось, стоп-лось, да, зафиксированный убыток, но, скажем, прибыль, естественно, больше, чем стоп-лосс. Поскольку take profit, ну, по определению ставится больше, чем стоп-лосс. Так что, друзья, верьте своим торговым системам уже абсолютно серьезно, без всякого юмора. Если вы верите в логику, которую вы закладываете в нее, верьте своим торговым системам. Так что робот-самовар показывает прекрасные результаты. Ну а сегодня мы видим пробой, пробой серьезный. Зона сопротивления пробита 108,61, но ну, она была сильной поддержкой, стала сильным сопротивлением. Вот. И я вообще сейчас уберу эту отметку, она уже пробита, смысла в ней нет. И мы явно-явно идем, друзья, на 108, на 109,68. А это 67 пипсов от текущих. Да, тренд. Вот здесь как раз-таки, если на других инструментах то вверх, то вниз, то здесь чисто тренд. Вот я не знаю, с точки зрения теханализа, мы тогда вообще что ищем, если вот не текущую ситуацию? Вот. Непонятно вообще, что искать тогда в жизни, если вот не это. Понедельник тренд наверх, вторник мощно наверх, среда значит наверх. Еще четверг тренд это с понедельника по четверг, в пятницу коррекция. Вот что по учебникам. В общем-то, вот сейчас учебник отрабатывает, на мой взгляд, доллар. Иена вполне себе можно брать. Доллар, швейцарский франк. Здесь гораздо сложнее. Посмотрите, здесь вот не по учебнику. Здесь вверх, вниз. Здесь больше похоже, обратите внимание, на еврика тоже. Ну, тут наоборот, в обратку. Вниз, вверх. Вот. И вот сегодня вверх тоже задержались как по еврику вниз, так по доллару франку вверх. И причем хаи обновляются каждый день. На еврике лаи каждый день обновляются, тут хаи в какой-то момент не удержат. Ну и так, посмотрите, уже сколько, 4 дня держали на отметочке 0,9128 и пробивают. Я не буду этот уровень выбирать, может быть, мы еще в течение дня под него вернемся, но мне кажется, следующей целью, даже сейчас, с учетом мощного движения, следующей целью иметь в виду 0,9197 можно. Это, правда, 20 пипсов. Ну, в каком-то смысле можно признать, что здесь мы несколько подзапоздали. Вот так скажем вам. Я бы уже не заходил, уже достаточно много прошли. Кстати, давайте посмотрим, сколько. Мы видим даже визуально, что доллар-франк в последние дни больше не ходил. Но это не значит, что не пройдет. 45 пипсов. Может ли еще 20 пройти? Может, конечно, но мне кажется, риски уже выше.
Я бы, во всяком случае, брал доллар иена или продавал бы еврика. Вот. Но, опять же, все на любителя. То есть тут и могут еще и 30 пипсов пройти совершенно спокойно, потому что большие зеленые свечи были, мы видим здесь, очень большие были, в два раза больше, чем сегодня были. Вот. Так что тоже, да, можно попробовать. Доллар-канадец, друзья, мощный пробой. Посмотрите, какой был мощный пробой вообще у нас в понедельник. Прямо обрушили его, причем даже не очень понятно почему. Ну и вот двумя днями пытаемся выкарабкаться. Вы знаете, я бы пока не трогал эту пару. Как-то боюсь ее покупать. Уже столько раз она казнит нас за год. Я стою в купленном еврике, жду 1.39, или сколько я там жду, я уже даже не помню, 1.40 даже, нет, 1.39 с копейками я жду. Вот. Ну, оно, зараза, падает и падает. Поэтому, когда люди говорят, что валюты возвращаются, вот мы опытным путем показываем вам, что не всегда. Уже 1.23 вчера пробивали. Вот, а мы все ждем 1.39, то есть 1600 пипсов против нас по 4 знаку прошли, как с добрым утром. Поэтому, друзья, вот эти стратегии, когда берите в любую сторону, и все равно вы сможете заработать путем грамотного управления, ну, не знаю. Поэтому все, так сказать, ну, на финансовых рынках многое на удачу, хотя многие не хотят это признавать. Поэтому, друзья, доллар-канадец сегодня не полезен, для меня нет определенности. Выкуп вот этой большой понедельничной свечи пока представляется маловероятным. Австралийский доллар, друзья, посмотрите, как пробивает мощно вниз вчера, сегодня. Вот здесь, вот посмотрите, тоже в понедельник был резкий рост. А здесь укрепился канадец мощно, но его за 2 дня не выкупили, да? А здесь мощно укрепился австралиец, но его уже сегодня выкупили. Понимаете, в чем суть? Разница большая. Канадец держится гораздо лучше, чем австралиец. Поэтому здесь, мне кажется, можно покупать, продавать австралийский доллар с целью 0,7709. Это 30 пипсов ровно от текущих. Я считаю, что этот путь может быть пройден. Далее, доллар, турецкая лира самое большое удивление вызывает. Во-первых, острые отношения между США и Турцией из-за признания геноцида армян на выходных 1915 года. 2 дня провалили турки, не смогут вечно валить. Не хватит экономических сил валить доллар относительно лиры. Мне кажется, что мы в моменте уйдем наверх, в какой-то момент, не знаю. Вот. Ну, если не сегодня, завтра, то в пятницу. Я бы в пятницу, наверное, точно покупал доллар-лиру. А сейчас, может быть, рискнуть, почему нет. Но это не выбор номер один. Да, германский фондовый индекс наконец-то растет. Вчера провалился 15.314. Да, вблизи хаев, понятно все. Ну, лезем, деньги есть. Я считаю, можем пробить и двинуться выше. Точно так же по S&P 500, хотя здесь второй день стоим на отметке 4187 пунктов. Двинемся наверх. Ну, не бывает так. Когда полно денег у людей, ну, не бывает так, чтобы они лежали и пылились. Сегодня среда. Да, в понедельник был рост. Вчера обозначили торговый диапазон. Сегодня стоим прямо посредине него. День наблюдения, всего сейчас опасно брать. Золото, друзья. Ну что, вроде бы начинает подваливаться, да? Уступать свои позиции биткоину и доллару. Ну, наверное, покороче чуть-чуть я поставлю. Вот все-таки вот здесь наиболее вероятно. Мы бились несколько раз. 17.63. Это 3 доллара вниз. 4 доллара вниз от текущих. Я считаю, можно поторговать, это хорошие деньги. Ну и относительно, мне кажется, с технической точки зрения, такие легитимные. По серебру то же самое. Вчера попытались подняться, сегодня отбиваемся. Мне кажется, тоже будут биться в 25.78. Это 20 почти центов, да, от текущих. Почему нет?
А почему нет? Тоже можно попродавать. Нефть, коллеги, ну, нефть удивляет, без сомнения. Brent вчера, соль добра вчера вырос, сегодня 63.03. Ну, жду вниз, жду. Ну, не может бесконечно расти нефть. 6.53 жду вниз. 60.53 жду вниз. Это $2.5 по WTI. Brent в моменте 66.49 жду вниз на 62.09. Это получается $4, да, я жду. 40 центов. $4.40 жду вниз Brent. Доллар, китайский юань. Ну что, отбивается. Эта неделя уже выше открытия. Мы сегодня были. Пока еще придавили. Я думаю, пойдут на штурм наверх. Доллар-рубль. Здесь мы видим это какой день, кстати говоря? Это пятница. Пятница, понедельник, низ. Вчера в легком плюсе. Сегодня ударили снова в поддержку 74.81 и хотим отбиться. Инструмент политизированный. Думаю, что могут пока удерживать. Деньги есть, возможности есть. Я бы, во всяком случае, пока не входил в него вообще. Да, с одной стороны, можно сказать, что уже поддержку, когда, так сказать, с пятницы бьем в эту поддержку, ниже не проходим, можно уже и брать. Но не забывайте, что сейчас принципиальные отношения сложные США, и наши могут просто принципиально захотеть положить все деньги, какие есть, только принципиально доказать, что мы можем контролировать рынок. Это правильно, удерживается высокий относительно, ну, скажем так, по нынешним временам район 75, это еще более-менее уровень. Вот, цен даже сейчас чуть ниже, 74.92. Вот, вот этот уровень, он как раз-таки является более-менее оптимистичным. Я очень надеюсь, что Банк России и Минфин смогут удержать на этом уровне какое-то время. Но надо ясно понимать, бесконечно это не будет. Поэтому сегодня я бы воздержался от каких-то сделок по доллару-рублю. А вот в пятницу, наверное, доллар-рубль можно будет покупать, поскольку неделя отрицательная. Но многие захотят зафикситься. Опять же, в пятницу, 1 мая, могут начаться уже активная фаза учений НАТО на территории Восточной Европы. И эти новости в понедельник могут с гэпом отправить доллар-рубль наверх. Это вот реальная такая... Если эти учения не начнутся 1 мая, то как бы просто будет какое-то рыночное колебание. Такого, чтобы резкий гэп укрепления рубля, не сказать, как бы особо не с чего, ну и не провалится рубль. Да. То есть ничего не произойдет, вот на чем откроетесь, на том вы будете стоять. А вот если что-то начнется, какие-то учения, активная фаза, то да, доллар-рубль пойдет наверх. А почему я так говорю 1 мая? Дело в том, что все активные действия, как учения, так и настоящие боевые действия, стараются начинать в праздники или в выходные, когда вероятный противник или реальный противник отдыхает, расслабленный. А тут бах, учения начались, и как бы всех подкинули. Это одна из таких целей, подкинуть, так сказать, оппонента. Это, ну, такая проверенная функция. Вот, поэтому в моем понимании учения начнутся, как обычно, в субботу или воскресенье, ровно в 4 часа утра. Помните, все же по теории. Вот, поэтому даже, наверное, 2-го, скорее всего, ровно в 4 часа утра. Тем более они знают, что в России длинные выходные 10 дней. Вот, как не сорвать оппоненту длинных выходных? Потому что, естественно, если учения начнутся, тут же все российские военные, никаких праздников, все тут же все подкинутся. Поэтому завтра, в пятницу, будем покупать. Сегодня вряд. Все, друзья, давайте посмотрим на... Ну и торопиться не надо, как бы, никуда. Мы же пришли на рынок зарабатывать деньги, а не торговать. Давайте четко определимся. Значит, что у нас сейчас происходит? Значит, главная новость, наверное, которая есть, это Украина заявила о неполном отводе российских войск от границ страны. Ну, то есть, как бы, они оправдывают заранее начало этих учений.
типа Россия не отвела полностью войска, а что же мы будем отменять или, так сказать, не в полной мере проводить. Это под детский сад, но работает. Российская сторона со своей понимает все риски и опасности. Вот в частности, значит, список, составлен список недружественных стран. Вот, его комментирует сейчас министр иностранных дел Лавров. Вот, не сильно хороший знак, как бы есть формулировка не сильно хорошая. Более того, министр Лавров заявил о создании в России базы для аналога СИЛ. Я вообще, во-первых, не очень понимаю, почему об этом заявляет министр иностранных дел. Это чисто финансовый проект, им должен заниматься Минфин. Банк России, естественно, к этому может иметь отношение. Вот. Причем здесь МИД-то? Во-вторых, аналог SWIFT, ну, я не уверен, что господин Лавров понимает, о чем он говорит. Почему? SWIFT – это бельгийский кооператив, в который вступают все банки мира и обслуживают своих клиентов и малые банки. Ну, допустим, от одной стороны вступили 10 крупнейших банков, остальные банки становятся участниками как бы третьей стороны на договоре с ним. И через этот банк, ну, допустим, через Сбербанк, какой-нибудь маленький банк из Бурятии проводит платежи по SWIFT. Вот. И вот что такое SWIFT. Это кооператив, куда вот, в котором крупные банки со всех стран мира являются членами. Мы сейчас со всеми поразруганы. Саму базу техническую создать свифта, вот по нынешнему уровню технологии, это 3 месяца работы. Я вам серьезно говорю, там никакой фантастики нет. Естественно, нужно формат определить, безопасность и так далее. В общем, если выделить хорошие деньги, месяца за 3 наши специалисты сделают копию, ну, в хорошем смысле, там никто код воровать не будет, естественно, да это не так легко, он инкапсулирован. Ну, а просто вот аналог, вот как, сделайте мне так же, как вот это, вполне может быть, вот это, ну, по нынешним временам это совершенно не сложно. То есть не надо говорить о базе для свифта. Ее создать технологически несложно. Вопрос в другом. Кто будет вступать в этот кооператив? Какие страны мира? Если мы тут со всеми попереругались, если, так сказать, кто-то в Европе вступит? Вряд ли. У нас, посмотрите, с ними высылаем недружественные страны и так далее. Вот. Америка вступит? Вряд ли. Азия тоже не будет спешить, потому что она понимает, что вступить сейчас в российский свифт, это поссориться с большим свифтом. Это ясно же будут антагонисты. То есть не надо думать, что Азия прямо кинется вступать. Все. Вот еще раз говорю, свифт – это члены кооператива, крупнейшие банки со всего мира. Собрать эти банки, чтобы создать аналог свифта, сейчас не получится. Потому что очень сложные отношения со многими ведущими странами мира. Вот. Поэтому вот этот оптимизм насчет замены свифта, я даже не понимаю, о чем речь. Вот. Но при этом понятно, что платежи будут проводиться без свифта. Есть телекс, есть разные системы. То есть не надо думать, что прям все застрянет и умрет. Нет, конечно. Но удлинится процесс, немножко удорожится, поскольку третьи лица будут вовлечены. Вот. Но ничего прям не произойдет. Тем более, что США могут отключить нас от свифта только от долларовой базы. С Европой, как торговали, если мы с ними там окончательно не доругаемся, я думаю, все будет так же и продолжаться. Вот. Ну, то есть, ничего там такого прямо... Ну, понятно, что это будет неприятно, сложно, но не катастрофа, скажем так. Вот. Хотя, еще раз говорю, процессы удлинятся и удорожатся, без сомнений. Далее, друзья, российские новости. ОДК продает комплекс завода авиадвигателей в Тушине. Не сильно хороший знак. Москва взяла в долг на рынке впервые с 2013 года. Тоже не сильно хороший знак. Это к тому, что доллар-рубль будет снижаться или расти. Пока на укрепление рубля никаких факторов нет. Биткоин. 54,395. Ну, скажем так, остановили. Рост налицо. Вот, вчера мы вышли на этот уровень. Сегодня дальше его удержать не смогли. Чуть вверх, чуть вниз. Вот. Но пока 54 300.
Наблюдаем. Мне кажется, основания для роста биткоина дальнейшие есть. Ну и, друзья, трагичная новость. Персональные данные игроков в казино передадут в Федеральную налоговую службу. Там будут фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и сумма выигрыша. Там же суть какая, что если ты выиграл в казино, ты 13% должен отдать. Даже если ты следующей ставкой проиграл всю эту сумму и проиграл еще в два раза больше, это тебя не освобождает от ответственности платить за выигрыш. Вот в чем суть. Тут сальдирование результатов добиться очень сложно в казино. Вот, это на финансовых рынках, ну, на собственно финансовых рынках, в том же Форексе, не так это просто, тоже по-разному все трактуют разные налоговые инспекции. А вот тут-то, мне кажется, вообще даже разговаривать не будет. Факт выигрыша есть там? Есть. А то, что следующей ставкой все потерял, это ваши проблемы. Вот, вы нам с этих сумм 13% заплатите и все. Поэтому, друзья, завязывайте с казино, если кто, конечно, к ним отношение имел. К этим очень опасным структурам. Все, друзья, двигаемся с вами дальше. Итак, WTI. Вчера там показывала монета, почему-то рост состоялся. Ну, хорошо. Я возмущен, не знаю, почему растет. Давайте сегодня спросим. Ну что, неужели сегодня опять бай? Уже 28 апреля. Какой бай? Бай и сел, две стороны монеты. Ну, бросаем, волнуемся, смотрим. Ну, и что мы видим? Бай опять монета пишет. Ну, я не знаю, монета, когда, так сказать, остановишься в бае нефти-то? Когда будет плюс 30 в Москве, что ли? Ну, тут все по-честному. Как выпало, так и пишем. А макроэкономические индикаторы, друзья, все страны работают. Сейчас давайте посмотрим с вами. Если... Интересные спикеры есть. 17.00 председатель ЕЦБ Лагард выступает. 17.30 запасы сырой нефти ждут положительные. 0,6 миллиона баррелей. Может немножко двинуть нефть вниз. Ну и, конечно, в 21.00, сегодня среда, 28 апреля, в 21.00 решение по процентной ставке ФРС. Сейчас 0,25 верхняя планка. Ждут сохранения 0,25, вот, но всегда рынок двигается. Много-мало другой вопрос, но 20-30 пипсов, я думаю, туда-сюда расколбас будет перед 21 часом по Москве. Ну а в 21.30 пресс-конференция ФОМК, тут уже, естественно, смотрим, слушаем, могут качнуть в любую сторону, ну, на серьезный объем в зависимости от заявлений. Ну, друзья, двигаемся с вами дальше, подводим итоги. Итак, на мой взгляд, сегодня доллар имеет шансы на укрепление, причем он больше не за счет сегодняшнего дня, а за счет ожидания 1 мая. Люди как бы готовятся войти в доллар до пятницы. И каждый считает, что всего сейчас время, или завтра, или пятница. Я, честно говоря, думаю, что пятница. Вот с утречка в пятницу войти, и больше ничего не надо. Потому что до пятницы мало ли что может случиться. А вдруг кто-то с кем-то о чем-то договорится. И бах, доллар падает. А вы в долларе зачем-то сидите. Это же политика. То, что на сегодняшний день не договорились, не значит, что завтра не договорятся. Абсолютно причем. Это сказуемо. Поэтому, на мой взгляд, продажи еврика с целью 30 пипсов заработка. Потом, что мне еще понравилось? Покупка доллар, швейцарский франк. Да, в течение дня, я считаю, можно покупать доллар вот в этих двух вариантах. Продажа доллара. Вы знаете, не вижу пока ничего реального. Ну, многие говорят, надо нефть брать, она опять пойдет. Не знаю. Да. Продавать металлы тоже как-то страшно. Фонда вообще стоит на одних уровнях. Тоже я в нее не полез бы. Вот, поэтому, друзья, вот эти две идеи, продажа еврика, покупка доллар франка, мне кажется, наиболее интересными.
Покупка доллар-иены тоже очень интересная. Но кто понимает этот инструмент? А он ведет себя непредсказуемо. Конечно, три дня тренд налицо, без сомнения. Но этот инструмент столько... Вот мне кажется, доллар, иена и золото – это два инструмента, которые набуцкивают трейдеров чаще других инструментов. Поэтому я внутренне, вот за 7 лет в эфирах, я с людьми беседую, выступают же они постоянно, внутренне я боюсь этих инструментов, скажу вам откровенно. Вот. И поэтому как бы редко по ним как-то что-то советую и выступаю. Даже вчера робот-самовар Павла Дагаева, так сказать, взял. Я тогда боялся, ну, даже комментировать эту тему. Вот. Но, слава богу, take profit состоялся. Я очень рад. Может быть, заклятие загадки доллара иены снято. Кто его знает. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.